Так. Здравствуйте, команда Jetty. Jetstream Plus. Плюс. То есть это Jetstream, а это плюс. Я понял. Ну не минус же, Андрей, правда. Мы находимся в 24-м секторе. Это, в принципе, север пляжа Шизав и южнее кибуца Энгев. Это кибуца между пляжем Энгев и... У него, правда, есть какое-то название, я там видел, но я не обратил внимания, как он называется тоже этот пляж. Этот пляж назовут в наше имя после соревнований. Поставят золотую табличку Jetstream Plus. Тут воевали. Да. Ну, расскажите, ребята, в принципе, это только еще суток, нет, сутки уже прошли, да, получается? Да, сутки прошли. Ну, вообще, можно сказать, что повезло нам сектором, потому что здесь все-таки какая-то жизнь есть под водой. Вот, рыба есть. Балистика тоже. У нас нет ветра здесь. У вас нет ветра, когда я не прихожу. Я имею в виду относительно... Да, относительно соседей, которые я... Как бы... Просто забор камыша немножко пресекает ветер. В принципе, все то же самое. Вот, немножко проблематично вываживать, когда много часов в воде. Сегодня уже одна рыба хотела купаться головой. Он здесь упал. Кто он? Он? Да, Саша упал. Я вот здесь вот подскользнулся, вываживал. Там по колено было. Ну, зато взяли пятерку. Пятерку? Да. Хорошо. Да, 5200 было на взвешивании. Я пообещал, что если будет такая рыба, я сам упаду. Сам упаду здесь. Да. Все заодно готов. А вообще сколько у вас со вчера? Ну, две рыбы утром взвесили всего. Понятно. Еще одна там на килограмм. То есть пока три рыбы. Ну, пока три, да. Но мы чувствуем, что тут есть потенциал хороший. Раскачаете. Тот сектор, где мы считаем, что зависит больше от нас, чем от рыбы. Рыба есть. Очень много недочета, конечно. Пытаемся отсечь. Много экспериментируем. Благо, ну, оборудование позволяет. Подготовка как всегда хромает, поэтому, можно сказать, могли бы ловить больше. Как всегда. Да. Да, есть на чем учиться. Да, предыдущие ошибки мы исправляем, но появляются новые. Смотри, мы 15 лет проводим, ну это как бы 13-й будет сейчас Галиль у нас, да? Вроде бы как бы столько ошибок уже было сделано, но каждый раз находится еще какая-нибудь фигня. Самое главное, ошибаться это класс. Главное не повторять ошибки. Новые ошибки. Да, чтобы ту же самую ошибку потом говорить, блин, ну я же знал. Ну, все правильно, все прогрессируем. Мы делаем ошибки какие-то небольшие, да, скажем. Такое, не критические. Базовые знания уже есть, скажем так. Ну, я, да, тут есть такие команды, которые как бы, да. Нет, нормально, молимся. Ну, вы как бы готовы, да, что завтра погода будет похуже, чем сегодня, явно. Да, это может быть, дождик, но рыба немножко будет. Ну есть шанс, что вода начнет перемешиваться. Ну вот и вода немножко включили, может она кислород поднимет. Ну да. Это сейчас не водокачка, это водовыкачка сейчас. Ну он отдых как бы выкачивает, да. Наверное, Иордан сказал так, стоп, хватит. Да, мы, честно говоря, рады, что они стали качать воду. Может он не так быстро поднимется, Кенера. Не, ну пока сообщают, как бы вот в новостях, что... Там дожди прошли, а Кеннерет упал на сантиметр. Дожди прошли, а Кеннерет упал еще на сантиметр. То есть не, он не, ну, поднимается пока. Не, во-первых, дожди были очень такие короткие. И местные, и локальные. Да. Впитывает. Ну понятно, что к февралю все изменится. Хотя мы не знаем, насколько будет дождливая зима. Никто не знает. Опять же. Ну да, по большой воде немножко тяжеловато. Лишь бы не было хуже, чем сейчас. Да. Если будет немножко... Да, вот было бы классно, если бы еще полностью еще за фрутом могли. На большой турнир тоже будет интересно. 100%. Ну, уже как бы эти результаты, я же писал, получается, количество команд, которые ушли от нуля на вечер вчера, одно и то же, как и в 2020 году. Но рыбы в два раза больше и по весу, и по количеству. Ну, все равно, да. Это за день поймать 10 килограмм, 6 рыб на 10 килограмм. Общим весом это смешно.
Ну, ну, для первых суток это можно. Согласитесь. Да. Это примерно поплавочный турнир там проходит. Всего сутки прошли, как бы. Мы же знаем, что на том же Галиле. Ломайте, ломайте. Я только за. Я же знаю, что для меня каждый раз, когда я могу какую-то сообщить, такой, опа, а у нас есть новость. Это самое классное. Да. Хорошо. Будем рады быть причиной. Да, ребята, спасибо вам за гостеприимство. Желаю, как всегда, ни хвоста, ни чешуи. Я не знаю, смогу ли я попасть сюда. Скорее всего, наверное, не смогу во вторник, потому что будет ливень и гроза. Мы сами к вам приедем. Вы приходите к нам. Ну, в среду мы в любом случае увидимся. За призами 100%. Я поеду, сейчас я поеду в ВНГ, подготовлю призы к вам. И сразу напишу там. Плюсы поставлю на всякий случай. Пока плюс. Взять скрим, не пиши, напиши плюс. А там посмотрим. Хорошо. Хорошо, все, спасибо. Все, ребята. Спасибо всем. Пока.